Карачёза, здорово. Здорово. Пилочку, думаю, дай возьму. Ты вон тут что, яичницу жаёшь? Ну да, да, да. С паприкой. С паприкой. Паприка. Паприка, это серьезно. Слушай, мне тут на днях сказали, блин, что у тебя клиническая смерть от спайса была. Было дело, было. А что ты, как это так вообще? Да дюжа много, ёптать. Я не знал, что это спайс. Что это так приугостил-то тебя? Ой, ну, об этом не говорят, короче. Ну, я понял. Короче, человек знакомый был. Скотобаза он, блин. Дай бог ему здоровья. А он даже не сказал, что это такое, да? Я думал, что это ганжубас. И чё? Я увидел зеленого цвета, думаю, блин, нормально, думаю, хули мне, блядь, треводных делай, думаю, да, один раз, короче, пиздану, да и все, я, ну и пизданул, короче, и глаза перевернулись, нахуй, ёпт, и все, ёпт, и я видел джедаев, нахуй, все это, блядь, ёпт, они ходили, блядь, там, тыч, тыч, вот такие движения у них, нахуй, там вся хуйня. Роботики. Ну да, да, типа того, блядь, дядя Петя, блядь. Да, кстати, я что-то, блядь, думаю, сижу и думаю, почему неправильно все? Вот почему должно быть правильно. Так и что с тобой случилось-то? Что, блядь, я скорая помощь приехала, я не знал. Меня подожди, если еще прям у меня спрашивают, как тебя зовут? Я говорю, не знаю, тебя, говорит, зовут Юрий. Я говорю, имя какое-то странное. Не, ну в натуре. Ты думал, ты Гагарин? Горит все вот тут вот, горит. Ну как, утюгами этими хуячили. У тебя, говорит, клиническая смерть была, говорит, сколько там, по минутам, короче, у тебя чуть-чуть бы и мозги бы отказали, короче. Нихуя. Страсть, нахуй. И чем тебя откачивали-то, блядь? Я ебу, чем они, блядь, как вот этими утюгами, нахуй, ёпт. Электрошоком, хуя. Да, какой-то укол сделали, нахуй. Ну, скорая помощь приехала, ёпт. Тебя адреналина, наверное, въебали, а потом давай еще током хуярить. Не знаю. Роганов был, не? Хуимпампанов, я вот Роганов, блядь. Не Роганов, не Сёма был. Был бы Роганов, заебись, водки выпили бы нахуй, он пизду. Он бы тебя не пугал бы, да, такой хуйней, блядь. Может, это все тебе казалось? Что? Дай бог бы, если бы казалось, блядь. Ну и что ты им сказал-то вообще? Вломил ты этого барыгу. Этот барыга, блядь, со второго этажа вышел, нахуй. И две ноги себе сломал, нахуй. Во, блядь, правильно, нехуй, блядь. А чё он хотел, посмеяться над тобой, что ли? Нихуя. Он сам не знал. А, и он даже тоже не знал, блядь. Нихуя, блядь. Его угостили, а он угостил меня, ё. Вот пиздец. Так а чё, ему нихуя так, получается? Давно, получается, нихуя ему не было, а тебя зацепило, что ли? Не, зацепило, а его зацепило, ёпт, нихуя, со второго этажа, ну-ка, прыгни, нахуй. А, так он со второго этажа выпрыгнул? Да, ноги сломал, почему, ёпт, две ноги, нахуй. А я думал, вот это ты его потом выкинул. Открытый перелом, ёпт. Нихуя, Вовы, блядь, покурили, блядь. Да я думал, что это дудка, понимаешь, я не знал, что это спайс. Он мне, короче, раз дает, я смотрю, спайс, он стоит дорого, понимаешь? А это хуя газета открывается, ёпта, а там, блядь, жмень нахуй такая, что корабля два, ёпта. Ну сколько денег надо за это заплатить, ёпта? Да это дорого, ёпта. Я думаю, ну, без всякой задней мысли, он мне ничего не сказал. Я думаю, ну, джубас так джубас. Хули я буду делать треводных, мне работать надо идти, ёпта. Я беру, короче, наперсток, а там этого спаси-то, его надо-то, ёпта, со спичную головку. А я беру наперсток, нахуй еще запрессовал. Думаю, хули я буду треводных делать. Прям раз, стоит ведро, нахуй, и пятилитровая баклажка, блядь, к ней еще привязана, нахуй, скотчем, нахуй. Это полторашка, блядь. Натянул. Хуяк. И понял я только, когда мне пиздец. То, что, блядь, когда ты куришь дудку, нахуй, от нее хочется кашлять. А это кашлять нихуя не хочется. Дыма, что с кальяна, блядь. Там, пиздец. Чувствую, ну ладно, иду, блядь, я. Иду, смотрю передо мной, кирзачи, кирзачи, они пропадают, пропадают, нахуй. Подхожу к станку, блядь, нахуй. Включил, блядь. И все. И все. И как будто выключил. Юрий, вы знаете это самое, как тебя зовут? Я говорю, не знаю. А у меня прям первая мысль, я прям глаза открываю, вот прям первая хуйня, прям едет, ну, кран, хуяк, несет, ну, везет такую железку, блин, ну, это еще в литейке мы работали, это еще хуй знает когда, везет такую ебулду с металлом, думаю, блядь, пиздец, мне что-то упало на спину, нахуй. Я теперь инвалид, блядь. Во, поперло. А я смотрю, а я главное. Тросы из жопы слетели. А самое главное, слышь, я смотрю, короче, а у меня, ну, эти кирзачи сапоги, блядь, ёпт.
И они вот так вот, раз, и штаны обгорелые, на. Я хуею, вот и дурак. Ну это я вот потом пацану спросил, мы никогда не слили. Чугун раскаленный, то есть мне повезло. Ну чугун, ну он жидкий такой, да? Жидкий чугун, блин. И я раз, а открывали, ну как тебе сказать, это, блядь, в открытую, то есть заливали вот эти плиты ебаные, блядь, ёптать, ну которые, блядь, там... Жаворонки. Вот. Ну, плиты, блядь, на заводе там, ну, квадратные, ёпта. Но я понял. А их льют в открытую, да, понимаешь? Я понял. То есть, на формовке-то у работал. У меня это, маска у меня, ёпта, ебучие рога, нахуй. Вот это вот, как от болгарки, нахуй. Я хуяк. А я не ожидал, что там еще такая температура, ебутся быки, блядь, ёпта. Я хуяк, нахуй, с этим ковшом-то. Она расплавилась, и хуяк. И к носу мне приклеилась, ёпта. Нихуя ты себе. Ты не представляешь, как больно, ёпта, ты, блядь, ебать. Что, пиздец. Хули там, ну, градусов, блядь, ну, 140-100 баллов, ёпта. Пизданулся, вот тебя пёрло. Аршин обоссывается, стоит, ёпта. Блядь, пиздец. Эх, блядь. Ну и чем закончилась вся история? Чем закончилась? Да ничем не закончилась. Упал я, короче, ёпта, хуяк, мне это хуйня, блядь. Раз там чувак, блядь, Женя, блядь, дай ему бог здоровья, короче, он поймал, короче, этот кош. Ну, оттащил, блядь. А потом я вот это вот вкусной хуйни, короче, покурил, блядь, и... Нахуй, здрасте, господа. Сколько ты в больнице пролежал? Да нисколько не пролежал. Ехал он еще, блядь, сейчас уже похуй, завод один хуй закрывается, можно рассказывать. Короче, смотри, прикол. Он мне хуяк, этот... А у меня же... Так подожди, Юр, скажи мне, вот, блядь, вот спайс, блядь, не надо курить, я так понимаю. Ни в коем случае. Можно стать дураком, да? Можно, или... блядь, умереть, ёпта. Или можно выпрыгнуть в окно. Можно умереть, ёпта, просто можно умереть. Пиздец, по молодости, какой хуйни только ребята, не натворишь. Ребята молодые, если кто меня видит, ни в коем случае эту гадость даже в руки не берите. Это придумали пидорасы, ёпта. Это, блядь, это, сука, хуйня адская, блядь, ебать. Да ну, не дай бог, ёпта. Что спайс, что соли, блядь, это пизда просто, ёпта. Это выбледы какой-то придумал, это сволк. Лучше водки выпить, и вон, и... Соли, говорят, на генном уровне меняют структуру организма. Смотря какие. Какие, поваренные, ну вот йодные. Розовую я пробовал, блядь, нормальную. Ты не пидорас придумал? Нет. Тоже гаденыш конкретно. Да? Ну да. Они в Амценске, они там у всех, ёптать. Они там все помешаны, ёпт. На этих хуйнях, ёпт. Да господа, менты, заходите в подвал, ёпт.